Вы сегодня полдня закидывали мои соцсети этими видео, поэтому сегодняшний выпуск я не могла начать иначе. Весь день интернет бурлит из-за видео, которое опубликовали близкие к ЧВК Вагнер каналы, где вроде как Пригожин заявляет, что он жив. Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела, сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года, нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. На данный момент нет никакой информации, которая могла бы подтвердить, когда именно это видео было снято. Ранее это видео нигде не публиковалось, что может указывать на его свежесть. Но метаданные видео затерты, поэтому невозможно считать дату его создания. Якобы воскресший Пригожин указывает на то, что он жив, здоров и что сейчас выходные, вторая половина августа. Он действительно на выходных 19-20 августа был жив, сидел в Африке и в точно такой же форме официально выставлял видео про плюс 50. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК Вагнер проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Еще до ликвидации Пригожина весь интернет трубил о ликвидации Пригожина. Ведь он просто долго не выходил на связь. Официальная дата смерти повара 23 августа. Поэтому все указывает на то, что видео было снято 19 или 20 августа, как я и ранее говорила. Но если в эти выходные было снято, то почему именно сейчас Роспаблики это публикуют и убеждают общество в том, что он жив? Кто-то решил покошмарить царя? Вопрос остается открытым, поэтому наблюдаем. Тут хочу узнать ваше мнение. Оставляйте его в комментариях, а также не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. У нас тут много интересного.